Всем привет, меня зовут Ксюша, и сегодня видео о бровях. Я хочу поделиться с вами довольно простыми приемами, которые помогли мне отрастить брови. Может показаться, что я немного странно выгляжу, это все потому, что я не накрасила ресницы. Они у меня довольно длинные, и если я их накрашу, то они будут мешать обзору для бровей, поэтому оставлю пока так. И прежде чем мы начнем, не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить следующее видео, кнопочка будет внизу. Я приблизила картинку, чтобы более детально было все видно. У меня брови сейчас ничем не оформлены, но неделю назад я их красила хной. Внешность у всех несимметрична, и у каждого, это 100%, есть одна бровь, которая нравится им больше, чем другая. У меня это вот эта бровь. Эта бровь у меня проблемнее, по крайней мере, это было раньше, сейчас я ей довольна уже намного больше. Проблема заключается в том, что уголочек у меня опускался вниз, то есть у меня сейчас есть немного все-таки подъем, а раньше, я не знаю, если найду фотографию, я вставлю вам. Бровь была вот какой-то такой, то есть она практически в уголочке не поднималась, а она шла вот прямо-прямо и спускалась вниз. Это было очень красиво. Сейчас брови не совсем идеальные, есть к чему стремиться, но все-таки это намного лучше, чем было раньше. Самое первое и самое важное, берем пинцет и прячем его куда-нибудь подальше, чтобы вам было лень его доставать. На самом деле это важно, потому что если ты видишь несколько волосков, которые торчат здесь или сверху, рука прям чешется взять пинцет и выдернуть их. Ни в коем случае это не нужно делать, кроме случаев, если волоски находятся далеко от брови, тогда да, возьмите пинцет и уберите волос. В других случаях слишком часто брать пинцет не нужно, так волоски не отрастут и вы не добьетесь желаемой формы. То же самое с волосами, если вы каждый месяц подстригаете по 2-3 сантиметра, чтобы не было секущихся кончиков, то вы не отрастите длинные волосы. Длина будет колебаться плюс-минус как раз эти 2 сантиметра, и длинных волос вы не увидите. За своими волосами мы ухаживаем различными масками, маслами, так почему же за бровями мы не ухаживаем? Брови — это те же волосы, если вы их отращиваете, тоже ухаживайте маслами. У меня масло вот такое, фирмы Чоколатте. Если вы смотрите мои видео, то об этой марке вы уже должны были слышать. Это натуральная косметика ручной работы. Состав здесь масло амлы, масло репейное, касторовое. То есть набор масел плюс эфирные масла, способствующие быстрому росту волос. Масла можно делать самим, почему бы и нет. Можно использовать масла отдельно, касторовые, репейные. Еще очень хорошее есть масло рукколы или усьмы, как-то так оно называется, оно тоже способствует росту ресниц. И наношу я его не только на брови, но и на ресницы, только на ночь. И последний пункт, но не менее важный, который мне помог отрастить брови той формы, которая меня более-менее устраивает, это хна для бровей. Я уже показывала, как я оформляю брови. Переходите по ссылочке, она будет внизу и вверху в подсказках. Это хна от Lucas Cosmetics. У меня оттенок Grey Brown. Он мне отлично подходит для моего оттенка волос. У меня упаковка 5 грамм. Есть еще и больше. Чтобы было удобнее хранить, я пересыпала в контейнер от соевого соуса. Об этой хне я уже рассказывала, так что если вам интересно, переходите по ссылочке, где я оформляю брови. Она не только окрашивает волосы, она окрашивает и кожу, если у вас, допустим, не хватает где-то волосков, но на коже держится не очень долго, буквально дня 2-3. Но самое важное для меня, что она делает, так это волоски пушковые, которые у вас есть сверху, допустим, она делает их гуще, она делает их более плотными, что ли, более жесткими. И получается, волоски здесь пушковые у вас были, их не видно. Хна эти волоски делает частью брови. И получается, вот так вот отрастают волоски, и бровь приобретает какую-то новую форму. И, естественно, волоски самой брови она делает гуще и толще. Так что обязательно, если вы отращиваете брови, советую вам присмотреться вообще к любой хне. Можно даже купить обычную хну, бесцветную, допустим, которая стоит рублей 50-30, наверное. И ее попробовать разводить и наносить как маску. Вы увидите, что это даст результаты, и ваши волоски станут намного плотнее, намного гуще. Брови я оформляю разные средствами, тоже у меня есть на канале видео о том, как я оформляю брови.
У меня всегда вот такая вот есть щеточка, кисточка скошенная, это у меня Just. И люблю от Lumine, да, нет, Litoile помаду для бровей. Она у меня в оттенке блонд, самая светлая. Летом она мне подходит отлично. Если у вас волосы с теплым отливом, то она вам отлично подойдет. Если вы любите более серые брови, она не подойдет. У нее все-таки есть такая немножко рыжинка, теплинка. У меня ее еще очень много. И сейчас я быстренько оформлю и вернусь. Вот что получилось. Не идеально, но все-таки намного лучше, чем было до. Здесь у меня все-таки есть немножко проплешины. Раньше здесь практически не было волосков, так что мне очень нравится результат, особенно тот результат, который дала Хна. Всего лишь простых 3 правила, 3 трюка, но какой эффект они дают. Я надеюсь, это видео для вас было полезным. Если да, то пишите об этом в комментариях или дайте знать мне об этом пальчиком вверх. И до встречи в следующем видео. Пока!